Анджелина, ты меня любишь? А ты что, не знаешь? Теперь ты должна это доказать. Паскуале не видят. Животные, они как люди. Что видят? Нас видят. Но все равно не понимают. Ну что я говорила? Черт побери. Давай уйдем, они не хотят. Я их прогоню. Если бы у нас была настоящая свадьба, у нас были бы простыни, а не солома. И были бы мы в гостинице, как господа. Но мы не господа. Ты хоть поймешь это когда-нибудь? А я не могу об этом думать. Подожди. Иди сюда. Куда ты? Не знаю, но не здесь. Скажите спасибо, что я занят, а то... Вместо всех этих мучений мы бы сейчас ехали на машине. В крайнем случае, на вокзал. А это, по-твоему, мало? Знаешь, сколько народу нас бы видело и умирало бы от зависти? Это ты хочешь меня уморить? Я не хочу, чтобы кто-то умер. А я хочу. Смотри, как цветут апельсины. Если мне смотреть туда, мы упадем. Чувствуешь, какой запах? Ничего не чувствую. Если ты лишишь нас даже апельсиновых цветков на свадьбе, что останется бедной девушке? Слезай. Что ты задумал? Куда ты меня ведешь? Тише, здесь может быть хозяин. Паскуале. Не шевелись. Вот, такой, как этот. Эй, не воруй. Они нам могут пригодиться. Но это нехорошо. Это нехорошо. Беги, Анжелина, беги. Бежим, бежим. Я тебя узнал. Ты внучка Пьетро Кафало. Ты уже четвертый раз тут. Еще раз придешь, заявлю на тебя. Я тебе говорил, не воруй. Боже мой, горит как в аду. Жжет. Как огонь, он стрелял солью. Покажи. С ума сошел?
Я хочу тебя вылечить. Ничего, он в меня уже так стрелял. Значит, ты это не впервые. Руки не распускай. Но я твой муж. Пока нет. Я хочу сделать тебе массаж. Что здесь плохого? Нет, нет, отстань. Чем ты себе голову забила? Я тебе не доверяю. Но когда мы вернемся, мы же поженимся, так? А кто мне скажет, что ты не передумаешь? Сам знаешь, наброшенный женится только вдовец, старик или хромой. Так значит, мы убежали, чтобы прогуляться? Хочешь меня бесчестить, а потом свалить? Поэтому ты хотел бежать. Ты ничем не рискуешь. Кто тебе сказал? Если ты не сказал, то подумал. А если еще не подумал, то всегда можешь подумать. Первый раз, что ли, мужчина поступает так, как ему нравится. А потом ищи его свищи. Теперь я понял, как с тобой надо поступать. Попробуй. Не серди меня, тебе же хуже будет. Ну, рассердись. Ах так? Черт возьми. Ну,